Друзья, ну что, всем привет! Наконец-то мы добрались до Оки. Сегодня будет у нас на Лиме рыбалка на Налима. С ночевочкой приехали. Вот только что буквально подъехали на то самое удивительное место, на котором я постоянно здесь рыбачу на Оке, ловлю налимов. И нам повезло, это место не занято, никого нету. Да здесь вообще никого не бывает. Место довольно дикое, малолюдное. Вот, уровень упал воды. Берега открылись, и сегодня мы здесь поставим несколько донок и еще закидушки. Я сделал закидушки, те груза, которые я плавил, показывал видео специально для этих закидушек, будем использовать. В общем, расставим их сегодня вот за ручьем. Там у нас ручей, впадает приток чистой воды родниковой, это родники здесь с холмов идут. За ручьем несколько донок расставим, и еще перед ручьем тоже расставим. Здесь тоже очень много места, я думаю. Все у нас сегодня должно получиться. Я очень рад тому, что сегодня получилось выбраться. Наконец-то я очень... Наверное, 3 недели я вот думал вот об этой рыбалке. Все, у меня в голове сидела вот эта вот мысль выбраться сюда, половить налима. Потому что уже у нас сегодня 15 ноября. Нет, 16. 16 ноября. И налим уже давно клюет, уже похолодало. Вот утром, думаю, около нуля будет. И налим должен брать. Так что сегодня ловим налима. Все самое интересное, как обычно, впереди. Погнали раскладываться. Итак, вот тот самый ручей. Приток чистой воды в реку. И сегодня мы будем здесь пробовать ловить. С той стороны ручья закинем несколько закидушек. И с этой стороны же ручья. Сейчас дядя Сережа делает подъемничек. И мы идем намывать живца. Ладно, не будем терять времени. До заката осталось буквально пару часов, и уже будет темно. Нам нужно успеть все это сделать. Погнали. Итак, делаем шест для подъемника, да? А веревка есть? Так, сейчас здесь Сереж пойдет живца ловить, а мы пока подготовим рогатки для наших доночек. О! Да нормально они. Сейчас придумаем, как втыкнуть. Такие вот поставушечки. Мы их повтыкаем здесь на берегу. И доночки с живцом забросим. Поставим колокольчики, сигнализатор, и будем сидеть ждать поклевки. В общем, все отлично должно быть. Так, что-то поймали. Какую-то мелочь. Она совсем, наверное, маленькая, да? Смотрите. В принципе, это, конечно, можно оставить. За неимением, говорит, как говорится, ничего. Такая сойдет. Че, не? Я вон с очком двух поймал мелких. Там по травой. Так. Потихонечку получается наловить живца. Конечно, не тот живец, который я рассчитывал, но хоть какой-то будет. Попадается вроде немножко. Там окунек, еще кое-что. В общем, пробуем. Пробуем ловить. О, окунек попался.
Не знаю, насколько он удачно будет для налима, но, как говорится, за неимением ничего и это подойдет. Вот он, такой окунек. Да? Все, больше ничего нет. Ребят, что-то живцом прям большие проблемы какие-то, не можем, наверное, намыть, поймать, какая-то мелочь попадается. Не знаю. В общем, что-то как-то грустно все. Сейчас попробуем. Вот здесь стали на ручье. Мучу воду, подъемник. Сейчас попробуем хоть что-нибудь. Ребят, ну вот смотрите, это вообще просто ничего. Один маленький совсем пескарь. Печаль, короче, какая-то печаль. Очень печально. Давайте, может, поглубже попробуем хоть зайти, не знаю. Вот так вот. Пусто. Пусто и грустно. Все очень плохо. Очень плохо. Друзья, ну что, наловили живца с горем пополам. Мелкий, весь мелкий живец. Сейчас идем ставить закидушки. Как бы по берегу просто колышков навтыкаю. И уже когда стемнеет, уже буду насаживать, ставить поводки, насаживать и забрасывать. Все, идем размечать, отмечать, ставить закидушки. Погнали. Сейчас сделаем такие засечки, чтобы леску можно было в нее заправить. Так вот. Все, наши сторожки готовы. Сейчас пойдем ставить их здесь вот вдоль берега. Расставим. Потому что уже темнеет. Скоро нужно будет уже насаживать и ловить налима. Погнали. Опа. Такие сторожки втыкаю. По берегу здесь где-то через каждые 5 метров. Вот пятый сейчас буду втыкать. Фу. Уже буквально через полчаса стемнеет. Нужно успеть вот эти все дела сделать до темноты, чтобы потом можно было спокойно ловить, забрасывать и все, и ждать сразу, чтобы не тратить время. Потому что как только темнеет, вот буквально налим уже активен. Становится активен. Надо уже ловить его. Так, последнее осталось. Что, уже темнеет? Сейчас с той стороны еще поставим. Тоже штучек 6. Живец есть, и я думаю, уже пора забрасывать. Время. Время ловить рыбу. Ой, блин, что-то правда устал. Друзья, ну что, закинули, в общем, все донки. Большинство донок закинуто на живца. В роли живца карасик и... Еще местная рыба здесь. Ну, что-то совсем мальки какого-то, не знаю, плотвы, может быть. И еще 4 донки на червя закинул. Червь, правда, мелкий совсем, но очень много пришлось насаживать на крючок. Сидим, ждем. Время без 15:07. Сидим, ждем. Тут еще глаза было. Надеемся, что-нибудь клюнет. Ладно, продолжаем. Не отчаиваемся, самое главное. Сейчас покушаем. Поставили чайничек. Чайничек сейчас кипит, бомж-пакет, и перекусим. Друзья, ну что, в общем, без 10:08. Были какие-то подергунчики непонятные, пару зацепов, но пока рыбы не было. Хотя... Вот сейчас
звенел колокольчик. Надо пойти проверить. О, есть, что-то есть. Ребят, явно что-то сидит. Сейчас надо все это наладить дело и пытаться вытащить все. Блин, как же неудобно. Была поклевка. Но, видимо, нету. Оторвало, да. Что, с крючком, что? Да. Ладно, оставь, сейчас принесу другой поводок, потолще поставлю, все, что нужно. Вот только что была поклевка и срез поводка, точнее не поводка, а крючок, в общем, оторвало. Может быть, даже и щука была. Ладно, пробуем дальше. Друзья, ну, в общем, не успел я снять поклевку и улаживание. Ну вот он, красавец, первый налимчик. Смотрите, какой здоровый еще. Причем клюнул, вот мы только сейчас начали перезабрасывать и перенасадили, в общем, карасика сюда, насадили огромного, ну как огромного, большого карася. И прям сразу вот поклевка была. Он прям стоял, ждал. Вот он, налим, смотрите какой, ну вообще огромный, хороший вообще налим-то. Хороший, смотрите, о, длина какая. Красавец, а? Вот, смотрите, сейчас мы его... Вон он, карась. Внутри, видите? Вон хвост торчит. Он с головы заглотил. Он же его за хвост, да? Заходи, за хвост. Ага. Ну вот, такой красавец. Ну что, с первой рыбкой нас? Рыба есть, налим клюет. Сейчас вот мы, конечно, уже немножко начали подрастраиваться. Сидим, столько донок закинули, тишина. И вот первая рыба. Сейчас мы переключимся, поактивнее будем рыбачить. Рыба есть, надо вот не упускать сейчас шанс ловить ее. Вот, видите, заглотил как. Вон хвост торчит. Ладно, все. Сейчас мы его на кукан перенасаживаемся. И вот сюда вот. Вот здесь вот наклюнул. Ну вот, друзья, первый налимчик. Посадили на кукан. Хороший такой налим, килограммчик, я думаю, плюс. Красавец. На карася хватанул. В общем, мы перебросили тут поближе к ручью наши донки. И будем надеяться, что он там не один был налим. Может быть, налимит тропа. И сейчас они пойдут один за одним. В общем, продолжаем ловить. Время 9:30. Итак, друзья, вторая рыбка. Вот такой неплохой голавлик попался на червя в этот раз. Ну, красивый. Не в заглот, за краешек губы зацепился. Ладно, на кукан.
Ну что, друзья, в общем. Уже 12-й час. Удалось поймать одного налима неплохого и голавлика на червя. Сейчас перезабрасываем снасти и, наверное, пойдем спать. Так что до утра, утром проверим закидушки. И посмотрим, что попадется. Друзья, ну что, доброе утро всем. Проснулись. Время. Время 8 часов, без 10 8. Так, довольно неплохо поспали в УАЗике. Идем сейчас проверять наши донки. Идем сейчас вот на песочный пляж. Сзади меня, может быть, видно. Песочный пляж. Там стоит 5 донок. На 3 донки на живца и 2 донки на раковую шейку. Вчера поймал рака ночью и насадил раковую шейку. Забросил. Вот, сейчас идем проверять. Ну что, первая донка. Ее так смыло. К берегу прибило. Сейчас посмотрим. Ну, идет очень легко. Скорее всего, пустая. Ну да. Пустая. Пустой крючок. Все на месте. Два окушка было насажено, все на месте. Тоже легко идет. Походу пустая. Пустая и крючок пустой. Тоже пустая. Живец на месте. Тоже пустая. Живец на месте. Окушок. Но пусто. Леска, кстати, провисла. Но ничего нету, походу. Да. Живец живой. Но, увы, поклевки не было. Друзья, ну что, закончили мы сегодняшнюю ловлю налима. И у нас есть один налимчик. Вчера в 9 вечера клюнул налим. Вот такой красавчик. И еще голавлик был. Но налим, конечно, интересней. Вот он. Такой достойный. Я думаю, около килограмма. Может быть, даже чуть больше. Вот. Вот такой налим. Друзья, ну что, закончилась сегодняшняя наша рыбалка по налиму.
Считаю, рыбалка состоялась. Поймали мы вчера на лима в районе 9 вечера на живца, на карасика. И это уже хорошо. Сейчас уже собираемся, едем домой. Дорога не близкая, так что я с вами на этом прощаюсь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал обязательно, кто не подписан. И до новых встреч на рыбалке. Всем пока!